Привет всем, мои дорогие подписчики и зрители канала, с вами Дарт, и мы сегодня посмотрим травоядных животных из нового мода под названием InGen 2. Так, и для начала я забыл вам показать, у нас тут есть аквафуд, это какая-то кормушка, в которой можно создавать карпов. И ты такой сидишь и что? И вылезает что-то похожее на рыбу, но скорее какой-то илистый прыгун, а не карп. Я его даже не вижу, если честно. Вот смотрите, он шевелится, ползет вот это вот создание. Это вообще какой-то инопланетный организм. Это никак не рыба. It's good to see you. Так, ну вот у нас есть бэби пахи. Я так понимаю, это маленький Great. Пахицефалозавр. Маленький стегозавр. Маленький трицератопс. Маленький раптор. Маленький тираннозавр. Ну это по сути, это взяли модель кентрозавра и просто сделали ему другие шипы, чтобы сделать из него якобы детеныша стегозавра. Так, ну они между собой не сражаются, это хорошо. Так. Детеныш пахицефалозавра ужасно окрашен, как вы видите. Ну, это, по сути, обычный гомолоцефал. Только здесь вот мне нравится именно звуковая дорожка, то есть взята именно из фильмов. Слышите, да, голоса? Детеныш трицератопса, это, по сути, взяли стерокозавра, обрезали ему рог и шипы. Ну и раскрасили, опять же, непонятно как. Так, вот детеныш раптор выглядит очень красиво. Вот видите, да, сразу видно. И глаза прорисованы, и само тело, и все. Я так понимаю, это просто модель раптора, именно уменьшенная в размерах. А деревья мне все-таки нравятся. Смотрите, он проходит как будто реально по джунглям. Красиво. Так, ладно. Детеныш тираннозавра. Ну что ж вы деретесь? Ты его почти убил. Также сделан красиво из модели дилофозавра. Это сразу заметно. Да что ж ты пристал-то к нему? Great to see you again. Так, идем дальше. Бэйбис это были. Это были бэйбис, понимаете? Теперь переходим к травоядам. Okay. Дриозавр. Филимимус. Пахицефалозавр. Анкилозавр. Стегозавр. Так, дриозавр выглядит красиво, сразу вообще. Ну, окрас, по крайней мере, по-моему, довольно хорош. Сделан по фильму, по-моему, прогулки с динозаврами. Там, ну, конечно, там была отнелия, а не дриозавр. Хотя там и дриозавры были. Вроде бы. Так, красиво выглядит. Так, где Галимимус? Так, Галимимус тоже красивый очень. Так, видно глаза, все по сути, все, что нужно. Ну, окрас, конечно, такой так себе, ну, как видите, недоработанный немного. Но будем ждать в будущем изменений в лучшую сторону. Пахицефалозавр сразу лег спать. Ну, по сути, смотреть нечего, ему окрас такой же дебильный, как и у его детеныша, по сути. Стандартный мне как-то нравился больше. Анкилозавр. Видно глаза, но теперь как раз тоже очень-очень бледный и недоработанный. Ну, по сути, я про это уже, наверное, говорить не буду, потому что здесь понятно, что это всего лишь демоверсия, чего я ожидал. Так, стегозавр. Так, ну, стегозавр тоже над глазами поработали. Немного иной внешний вид.
нежели в его стандартной модели. Так, детеныш тираннозавра все-таки убили. Детеныш трицератопса, у них, видимо, кровная вражда с детства. Так, пахиринозавр тут еще есть. Трицератопс, собственно говоря, сам. Майозавр. Каритозавр. Прозауролов. Так, пахиринозавр. Ужасная модель, сразу. Вы это сами видите, просто сквозные дырки во всем теле. Просто. Во-первых, окрас стрёмный, во-вторых, вот это что? Что, кто это делал вообще? Это же вообще некрасиво. Вот трицератопс, другое дело, вообще выглядит изумительно. Чуть-чуть окрас еще доработать, именно чтобы не было вот таких вот связок. И звуки из фильма, это вообще супер. Класс. Голову решил почесать. Майозаврс, этот, эта модель сперта из какого-то другого мода. Но там он выглядел все-таки лучше, то есть не было вот таких вот мест скреплений. По сути, это модель от Монтозавра, просто по-другому раскрашенная и выданная нам за Майозавра. Звуки вообще, вот я только ради звуков готов эту игру играть. У Каритозавра ужасный окрас. Вообще не видно ни глаз, ничего. Но сделан по фильму. Как, собственно говоря, и окрас Прозоролов тоже по фильму сделан, но вроде там не было столько синего Прозоролов. Ну да, то есть здесь сразу можно негодовать, потому что сразу видно, что сырой проект еще. Так, Ауронозавр. Анкилодок. Брахиозавр. Прикольно. Так, ну, Ауронозавр, зачатки хорошие, как видите, окрас добротный. Но, опять же, не видно глаз, из-за этого, ну, лично у меня сразу, ну, некрасиво. Все равно, вот, когда не понимаешь, где у животного глаза, это как-то некрасиво. Когда он тут просто такой безглазый монстр бегает, как в фильме с Риддиком. Которые там в воде сидели такие. Так, анкилодок. Ну, по сравнению с тем анкилодоком, которого я видел в предыдущем моде, этот добротный, в принципе. Только я его в этих джунглях потерял вообще. Кстати, это очень классно, вот именно вот эти джунгли. Чем прикольно то, что ты реально заросли такие ставишь, вот образно говоря, тут ходит травоядный резко, он же не видит там в кустах кого-то, и тираннозавр такой выходит, и это вообще супер. Так, где наш брахиозавр? Брахиозавра, вот над брахиозавром они постарались, вообще красавцы. Видно вот все, и глаза, и все, все, что нужно. Класс. Так, ну еще, как видите, вода поменялась, и здесь она показывает какое-то отражение, чего только непонятно. Но выглядит красиво, как вы видите. Такая вот полоса, как будто галактика какая-то отражается. Ну и задний фон тоже поменялся. Здесь вот еще больше. А, это небеса такие, типа. А, прикольно. Прикольно. Ну, просто огромный, посмотрите, просто гигант. Без музыки, конечно, не так круто играть. Ну и смотреть. Но, к сожалению, музыка в авторском праве. Смотрите, какой он огромный. Он просто огромный. Ну, как видите, у мода хорошие зачатки. Но, как видите, пока животное и, ну, много чего страдает. И пока что все сырое. Собственно говоря, поэтому мы и смотрим демоверсию.
чтобы ждать чего, ну, смотрим, чего нам ожидать в будущем. Ну что ж, надеюсь, это видео вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите свое мнение по поводу данного мода. Вступайте в группу канала, ссылка на нее в описании. С вами был Дарт Сидиус и Богдан. До скорой встречи и всем пока!